В этом году программа льготного кредитования жилья 7-20-25 выполнена всего на 37%. На сегодняшний день сумма ипотечных займов составила 37 миллиардов тенге, при том, что в начале года планировали выдать 100 миллиардов. На заседании в Нур-Отане отметили, что существует ряд вопросов, которые тормозят работу данного проекта. Первый из них – это слабая информационная работа с населением. И также ощущается нехватка первичного жилья. И в числе главных – механизм выдачи ипотеки. И, конечно, есть сегодня определенные успехи. Более 4000 есть заявок. Из них поддержаны и выданы ипотеки на сумму 37 миллиардов тенге. Хорошо оно двигается в Алмате, в Астане, в Маңғыстауской области, Актюбинской области и Восточно-Казахстанской области. В других регионах темпы реализации этой программы слабые, честно сказать.